В Донецкой области установят датчики для контроля за экологией. Такое поручение дал глава региона Андрей Шишацкий. Оборудование будет находиться в общедоступных местах. С помощью такой аппаратуры за состояние воздуха смогут наблюдать не только специалисты, но и жители городов. Экспертиза будет независимой и поможет предотвратить аварии на производстве, подчеркнул губернатор. Была бы независимая информация, может быть, и предотвратили бы такие вещи. Поэтому контроль за состоянием воздуха будем внедрять уже в ближайшее время. И с Siemens ведем переговоры. Будем ставить датчики, в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, в местах тепловых станций, которые тоже усиленно у нас загрязняют воздух. Люди должны владеть информацией и понимать, что они в безопасности или нет.